суббота в Самарской области малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21, ночью 13-15 выше 0. Ветер северный, северо-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 20, ночью плюс 14, восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем 20, тепла, ночью 15 выше 0, ветер северо-западный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, днем плюс 20, ночью 14, тепла, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 47%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.